Раз, раз, раз. Доброе утро. Как слышно? Доброе утро. Ставьте плюсики, как меня слышно, видно. Отлично. Всех приветствую. Коллеги, поздравляю вас с окончанием крутого 13-го каталога и с началом 14-го каталога, который нас открывает двери новым возможностям, потому что каталоги с каждым разом все интереснее и интереснее становятся. И у меня к вам вопрос: какие у вас достижения за предыдущий каталог? Чем бы вы хотели похвалиться особенно? Напишите в чате, какие у вас достижения, чем бы вы хотели похвалиться. Сейчас телефон отключу. Всем привет, кто присоединяется. Давайте хвальбушки. Что у вас было хорошего в каталоге номер 13? Рассказывайте. У нас очень много новых мощных результатов, новых партнеров пришло в команду, открыли новые уровни. Многие получили огромные подарки, а я вам пока буду рассказывать. Я тут не исправила, потому что цифры намного больше. А я вам сейчас расскажу, какие акции. Их настолько много, что вы возьмите ежедневники, возьмите ручки и записывайте все свои выгоды, которые вы можете получить именно в этом каталоге. Для новых партнеров у нас также продолжается акция «Стартовая программа», регистрация в течение 72 часов при размещении заказа на 1000 рублей по ценам каталога. Новичок получает 149 рублей в подарок, скидку и бесплатную доставку до СПО. Но и это еще не все. При заказе на 100 баллов наш новичок помимо шага «Стартовая программа» получает вот эту шикарную новую водичку. Как она правильно называется? Дискьюз. Трудно мне выговорить это название, хотя я, в общем-то, обычно легко с этим справляюсь. А вот я вам просто хочу показать, что эта водичка в каталоге стоит почти 2000 рублей со скидкой. Видите, да, по акции 1199. То есть наш новичок может ее сейчас получить вообще бесплатно. Как вы думаете, дискус? А как вы думаете, круто? Вот представьте себя на месте новичка. Вот вы приходите, делаете заказ всего там на 4500, и вам в подарок присылают воду, которая стоит почти 2, присылают набор медовой коллекции, которая стоит больше 1000, и еще в подарок регистрационная плата и доставка до СПО. Как вам такие вот? Вы просто представляете, что заказ практически в ноль выходит. Вот если вкусно рассказать об этом новичкам, они обязательно будут стараться. Не все, конечно, но будут. Если мы с вами им не расскажем, то они даже знать не будут. Понятно, да, что они не будут заказ делать, потому что они не понимают своих выгод. Ребят, кто участвовал в компании «Кухня красоты», напишите в чате, кто сколько баллов накопил. Просто интересно. Вы знаете, я даже не ожидала, что я участвую в этой программе так активно. Я была в сервисном центре в субботу, и мне сказали, что я лидер по баллам среди лидеров. Представляете, то есть у меня почти уже 900 баллов, то есть там без 13. И я уже выписала себе йогуртницу, уже получу ее в среду. И пока еще посмотрю, сколько еще будет баллов. Потому что все, кто был зарегистрирован в 13-м каталоге и продолжит делать заказы в этом каталоге, они все эти баллы нам тоже приплюсуются. Представляете? То есть это вообще очень крутая акция. Йогуртница – моя мечта. И вот она придет в подарок это вообще за 199 рублей всего. То есть мы с вами меняем, уже можем менять сейчас, кроме соковыжималки, на нужные нам товары. Далее, у нас начинается акция «Медальный зачет». Она будет идти до конца этого года, то есть до конца этих всех 17-х каталогов. Что значит эта акция? Если вы выписываете продукты, в каталоге вы видите, что есть вот такие медальки, то есть рядом с теми продуктами, где стоят медальки, и написано, сколько медалей, они все суммируются, и вы потом эти медали можете менять на продукты. В этом каталоге, в медальном зачете участвуют вот эти продукты, которые вы сейчас видите на слайде. И также они отмечены в каталоге. В личном кабинете добавились две графы, то есть сколько накоплено медалей и сколько сгорают. Почему они сгорают? Дело в том, что если вы накопили медали,
текущем, то вы их должны обменять в последующих двух. То есть, например, в этом накопили, в следующих нужно менять. Или вы можете в этом копить, в следующем копить, то есть 14-й, 15-й копите, в 16-м меняете хотя бы частично, да, вот эти медали. Вообще очень крутая компания, выгодные предложения, хорошие продукты предлагают на обмен. Также более подробную информацию вы можете посмотреть в личном кабинете. Как вы думаете, об этой акции нужно новичкам рассказывать? Конечно, сами они не разберутся. Вот. И смотрите, нужно сделать заказ на 35 баллов, и тогда вы получаете наклейки и медали в подарок. И копим их. Далее, что нужно еще делать, да, чтобы поучаствовать в очень крутой акции? Личный заказ должен быть на 50 баллов и более в период действия компании с 9 октября по 18 ноября. Это у нас шикарная красная компания, в которой новички у нас получают новую водичку Дискус в подарок, а мы с вами как спонсоры, и, кстати, любой новичок может сразу же стать спонсором, получаем первое за двух друзей вот такой вот клатч. То есть если два друга у нас прошли первый шаг стартовой программы, вы в подарок за 1 рубль получаете шикарный красный клатч. Мне он очень понравился. За четверых друзей, за четверых, вы получаете вот такие шикарные часы за 1 рубль. За 6 друзей вы получаете сумку. То есть это все, когда люди проходят только первый шаг стартовой программы. Два каталога идет программа рекрутинговая. То есть в 14-15 регистрируем, в 16 у нас еще люди могут допроходить первый шаг, и по итогам уже получаем подарки. И за четверых друзей, которые пройдут все 4 шага стартовой программы, мы получаем планшет. Понятна эта акция? Поставьте плюсики или минусы. То есть, если 6 друзей проходят все по первому шагу, то мы получаем клатч, часы, сумку. Если четверо из них пройдут все 4 шага, вы получаете планшет. Очень хорошая акция, потрясающая акция, просто супер. Смотрите, да, здесь вот более подробно расписано, все есть в личном кабинете. Новичку нужно объяснить, что он тоже может приглашать и сразу участвовать в этой акции. То есть, он сам получает подарок, туалетную воду, тут же приглашает своих друзей получить воду и участвовать в этой программе, полностью в стартовой. То есть, да, нужно помочь новичкам. Как мы работаем? Друзья, внимание на слайд. Вы, приглашающий спонсор, заходите в личный кабинет, заполняете форму регистрации, то есть приносите анкетные данные человека, формочку, обязательно через личный кабинет. И выбираете в конце, что вы являетесь спонсором, а выбираете, кто будет спонсором. То есть, если под вами уже есть новичок, то вы регистрируете вот под него, указывая его номер, этого новичка. Но так как из личного кабинета регистрируете, вы приглашающий спонсор, и если новичок пройдет первый шаг стартовой программы, то он идет вам в зачет, не зеленому, зачеркну зеленого, не ему. Он просто получает командные баллы, он получает себе партнера в команду. Но результаты действия вашего новичка идут вам. То есть прошел он первый шаг, он идет вам в зачет. Следующего регистрируете, он проходит первый шаг, значит, у вас уже два, вы получаете клатч. Потом спонсор, например, под вас записал вот этого человека, да, вот этого. Это спонсор, двойная галочка, записал. Вы потом следующего записываете под него, он идет вам в зачет. То есть неважно, на какой глубине будет ваш новичок. Главное, чтобы вы регистрировали из личного кабинета и указывали номер, под кого регистрируете. Здесь все понятно, поставьте пятерочки. То есть в личном кабинете вы ставите «консультант из моей структуры является спонсором» и сюда вносите его номер, и он, этот человек, будет являться как бы спонсором, а вы останетесь приглашающим. Под пятерки поставьте, что вы все поняли. Чтобы вам все новички шли в зачет по этой акции. С сумками, с ноутбуками, да, с планшетами и так далее. То есть, чтобы вы получали все плюшки абсолютно. Угу.
Далее у нас началась акция реактивации. Что такое акция реактивации? Это знают уже спонсоры, у которых есть новички, которые зарегистрировались, но уснули. То есть все, кто сделал заказы, включая, да, вот последний заказ 5 августа 2017 года, то есть в информационном листе у вас будет стоять четверка, пятерка, шестерка, да, пропущенные каталоги и по нарастающей. То есть все эти люди участвуют в побудительной акции, да, будем всех. Что получают наши партнеры за размещенный заказ всего на 1200 по ценам каталога? Именно в период действия каталога номер 14 им автоматически в заказ будет вкладываться тушь Giordani Gold ультра удлиняющая. Она стоит 900 рублей, обычная цена в каталоге. Наши уснушки получают эту тушь бесплатно, сразу в заказ. Вот об этом нужно рассказать всем уснувшим партнерам. Как это сделать? Я вам запишу видео отдельное, да, для менеджеров, у которых уже есть такие люди, чтобы вы с ними классно сработали. То есть не спешите рассылать им эти картинки, потому что люди, да, смотреть не будут. Нужно сначала провести предварительную работу. Далее, в этом каталоге у нас с вами включается еще одна акция, то есть все акции идут параллельно. И участвуя в одной, вы автоматически участвуете сразу во всех. Итак, смотрим. Если вы находитесь на уровне по итогам 13-го каталога от 0 до 18%, ребят, напишите, какой у кого уровень, напишите в чате, то вы будете получать за каждый балл вашего рекрута 2 ОРЕ рубля. Они будут накапливаться на вашем бонусном счете. То есть, например, зарегистрировали вы новичка в 14-м каталоге, и он сделал заказ на 20 баллов. 20 умножаются на 2, вам в зачет идут 40 ОРЕ рублей. Понятно, да? То есть ваш новичок продолжает на протяжении еще 4 каталогов. То есть вот в 14-м вы его зарегистрировали, он сделал заказ. В 15-м делает, в 16-м, в 17-м и в 1-м. То есть 5 каталогов. Все его баллы умножаются на 2 и добавляются на ваш ОРЕ бонусный счет. Понятно? То есть вы просто представьте, какой размах. Один раз вы человека регистрируете, ОРИ-бонусы копятся все время, не только за первый шаг, как мы, да, обычно привыкли. Смотрите, для чего эти ОРИ-рубли нам нужны? Вы сможете из своего фонда обменять вот эти ОРИ-рубли на продукцию, на технику классную с доплатой. То есть, например, вы накопили 15 тысяч ОРЕ рублей, да, 15 291, вы их отдаете из своего фонда и доплачиваете всего 1699 рублей и получаете ноутбук буквально, да, он идет в подарок. Понятно здесь? Поставьте плюсики или минусы. Или вы хотите взять телевизор. Вы берете свои 28 800 ОРИ рублей накопленных, а телевизор доплачиваете всего за него 3199 рублей. Ребят, это примеры. То есть если у вас накопилось не 28, например, а 15 000 ОРИ рублей, то вы вносите 15 000 сюда, остальное доплачиваете. То есть, да, чем больше вы накопите ОРИ рублей, тем меньше вы будете платить. Или, например, кто-то хочет iPhone 8, а имейте в виду, да, что у iPhone 8 память как минимум 32 гига, это очень хороший, или 64, то вы его можете приобрести всего, да, за полцены. То есть внесли свои ОРИ рубли, да, и заплатили всего 28 тысяч. То есть вот это очень классная акция для тех, кто хочет обновить свою технику. Техники будет много. У нас будет дополнительная информация на сайте. Да, это сейчас пока такая беглая информация. Более подробно еще выйдет. И вот вам пример. Например, вы хотите набрать цель 14 тысяч вот этих ОРИ рублей или баллов. То есть мы берем
с вами делим вот эти 14 тысяч. Вы понимаете, что это ваши новички должны сделать всего... Ой, подождите, я тут немножечко напутала. 14 тысяч баллов. Да, мы делим на 5 каталогов. То есть, получается, в каталог вам нужно набрать 2800 баллов с командой. То есть, потом они удвоятся, да, на 2. То есть, если вы 14 баллов с новичками умножите на 2, я тут не дописала, и получится 28 тысяч баллов, потому что все баллы новичков умножаются на 2. То есть у нас всего будет акция идти 5 каталогов. То есть в каталог нужно набрать 2800 баллов. Делим на 100. То есть мы предлагаем нашим новичкам как минимум делать по 100 баллов. Для чего? Чтобы получить все подарки по стартовой программе, получить за первый шаг туалетную воду, и чтобы они, да, включились активно в работу. То есть, получается, нам нужно всего лишь с вами 28 человек зарегистрировать, которые будут делать по 100 баллов. Реально? Вот просто честно, если так вот подумать, реально это или нет? Кто-то скажет «да», кто-то скажет «нет». На самом деле реально, потому что... Это, да, хорошая работа в день регистрировать по одному, по два партнера из своего списка знакомых. Вкусно рассказывать им про акции, про выгодные предложения, про то, что они тоже могут приглашать партнеров и получать такие же выгоды, как и вы. То есть ничего не меняется. И вы будете потом все в плюсе. И вы, и ваши партнеры. Двигаемся дальше. Рекрутирование – главный фактор роста и развития бизнеса, это сказал Роберт Афьокник. Ребят, все знают, кто такой Роберт Афьокник? Это один из основателей компании, один из братьев. Рекрут, рекрут, рекрут. Как говорится, рекрутинг решает все проблемы. И если у вас будет хороший рекрутинг, а мотивация сейчас просто, мне кажется, выше крыши, столько всяких предложений – то, что рост будет у вас настолько стремительным, что вы не успеете даже глазом моргнуть. Еще одна акция. У нас продолжается квалификация на конференцию менеджеров, которая состоится в мае 2018 года. Кто туда может попасть? Во-первых, те, кто включились вовремя. То есть, если вы уже партнер давнишний, то вы должны были включиться сразу. И новички, то есть все, кто прошел регистрацию в каталоге номер 13, вы сейчас должны включиться в эту акцию. Именно сейчас, в 14-м, потому что в 15-м уже нельзя будет. Что вам нужно будет сделать? Давайте разберем поподробнее. Вам нужно будет в 15-м каталоге уже открыть звание менеджер 15% и держать 4 каталога подряд, включая первый. Обязательно должен быть отрыв от нижестоящей команды. Все понимают, что такое отрыв? Если вы на 15, вот тут нарисую, например, у вас 15%, и под вами веточка, да, партнерская одна, тоже на 15%, то у вас отрыва нет. То есть, например, да, если вам спонсор строит веточку, а вы не принимаете участие, вторую веточку себе не делаете, да, то есть нет, у вас здесь ноль во второй ветке, то у вас нет отрыва, и, соответственно, вы не включаетесь в квалификацию, вылетаете. Либо вам нужно перейти на 18%, чтобы была разница между вами и нижестоящим партнером. Либо, да, у вас должно быть две нормальные веточки, а в одной, например, 12%, здесь 12, другой 9. Вот здесь вот 9 допишу. И вы остаетесь на 15. Так, исправлю. Тогда все окей. Тогда у вас все окей, вы на 15, все нормально. Вот так вот сделала. Понятно, да? Вот, тогда отрыв есть. Следующее, что еще важно, чтобы было. Личные Q-рекруты, то есть это люди, которые прошли первый шаг стартовой программы. Их должно быть два личных
в каждом каталоге, начиная с 14 и заканчивая первым. Обязательно. Личный товарооборот 150 обязательно. Меньше нельзя, больше можно. И суммарно у вас должно быть 25 Q-рекрутов по всей команде. То есть здесь включаются ваши, включаются спонсорские, кто, если спонсор регистрирует. Если ваши партнеры начинают регистрировать и появляются Q-рекруты, все это включается в одну сумму. Все понятно? Я знаю, что у нас есть люди очень амбициозные, которые начали уже проходить программу. Есть люди, которые хотят, да, но, может быть, нет понимания или информации. Все, кто хочет и не понимает, обратитесь к спонсорам или ко мне лично. Помогу разобраться и сделать расчеты. У нас два человека прошли уже несколько шагов. Валентина Хохлова сделала уже 3 шага, ей осталось всего 5. Я думаю, что Валя поставила себе такую цель и дойдет до конца. И еще один человек, Екатерина Малышева, прошла в прошлом каталоге первый шаг квалификации. Тоже осталось 5 шагов. Я девчонкам желаю пройти успешно, на позитиве, легко, чтобы все получилось. И чтобы получили путевки в Хорватию, съездили туда, отдохнули круто с компанией и привезли оттуда много энергии, мотивации, фото и видео отчетов. Давайте поаплодируем, девчонки, всем нашим активистам. Мы от команды запускаем мега-марафон. Очень крутая вещь. Кто любит подарки, то самое время присоединиться. Что значит этот марафон рекрутинга? На сайте есть подробная информация, но самое главное, вам нужно в него включиться, начать рекрутировать и получать баллы. Баллы у нас идут за рекрутов, то есть не просто за записанных новичков, а если новичок у вас сделал заказ, то он получает баллы. Если новичок прошел первый шаг, то баллов больше. По-моему, за рекрута просто 1 балл, за Q-рекрута 2. Я немножечко подробностей не помню, но они есть на сайте. 2 или 3. То есть, смотрите, победители получат весь фонд, да, у нас будут разыграны среди 3 самых таких вот успешных, у кого будет больше всего накоплено баллов, среди 3 будет разыгран весь фонд, который наш партнер потратит на фотосессию. То есть это целевой такой марафон для того, чтобы ваши аккаунты стали интереснее, живее, да, и... А, среди всех, у кого есть от 3 баллов, все, поняла. То есть, кто набрал от 3 баллов и выше, тот получает возможность участвовать в розыгрыше всего фонда призового. То есть, сколько наберем, столько будет. Чтобы принять участие, нужно перевести 100 рублей всего. Мы сделали такой минимум просто для того, чтобы как бы подзадорить всех, чтобы собрать этот фонд. Перевести вот на этот номер или на карту Сбербанка по номеру телефона, который здесь указан, и начать активно рекрутировать. То есть, смотрите, у нас добавляется еще одна возможность. То есть, были подарки, ори рубли копились, да, сейчас еще возможность получить денежный такой призовой фонд целевой. Ну и это еще не все. У нас есть обалденный юбилейный подарок от компании Oriflame. Да, в этом году компании исполнилось 50 лет, и ее щедрость просто не знает уже пределов и границ. Компания удивляет и удивляет, и на этот раз компания сделала нам вызов. Закройте новое звание за период действия с 13 каталога 2017 года по 10 каталог 2018. То есть, если вы закрываете новое звание, или 2, или 3, или 5, неважно сколько, чем больше, тем лучше, то за каждое новое звание вы получаете 50 тысяч рублей. Закрыли еще одно звание, получаете еще, да, 100 тысяч и плюс соответствующая премия. Закрыли 2 звания, это 100 тысяч, закрыли 3, это 150, 4, 200, 5 и так далее, и так далее. То есть, ребят, смотрите, это реальные деньги, которые могут уже через небольшое количество времени уже быть вашими. Смотрите статистику за 2016-2017 год. 2 новых звания закрыло 77 человек.
Я даже не представляю, сколько людей закрыли одно звание. Три звания закрыли 69 человек, 4, 14 человек, 5 званий за один год. Один человек и 6 новых званий тоже закрыл один человек. Вы можете себе представить просто глобальность, сколько можно получить денег, да, сразу? То есть там и премии все идут, и автопрограмма, и бонусная. Звание директор. Закрытое звание первое – это директор, следующее – старший директор, потом золотой. Старший менеджер – это открытие. То есть, когда вы выходите на 22%, это значит, что вы открыли новое звание, но его нужно закрыть. То есть, 8 каталогов держать 22%. 8. Вот так, покажу. 8 каталогов. Держим за 22% и закрываете звание. То есть, нужно успеть в 10-м каталоге 2017 года закрыться. 1, 2, 3, сколько закроете, за каждое звание получите по 50 тысяч. Круто? Это вообще феноменальная новость, конечно, просто восхитительно. Дополнительно еще забыла один слайд поставить. Чтобы попасть на банкет директоров в 2018 году, нужно открыть звание старший менеджер в 16-м каталоге. Запишите себе в 16-м каталоге открыть 22%. Сейчас у нас идет 14-й. То есть 14-й, 15-й, 16-й. Три каталога, чтобы сделать уровень 22%. У кого-то сейчас 0, у кого-то уже есть как группа, да, уже какой-то уровень. Кому-то чуть сложнее, кому-то легче. Но на самом деле легче тому, кто себе в голове сделает правильные установки и правильно расставит приоритеты. Потому что я вам вчера в чате скидывала информацию, что девчонка, молодая девушка, за два каталога открыла звание золотой директор. За два каталога. Понимаете? Хорошо. Смотрите дальше. Подведем итог. Участвуя в одной акции, вы автоматически попадаете сразу во все. Например, вы выбрали акцию рекрутинговую, хотите планшет. Представьте, сколько вы наберете баллов, и вы будете автоматически участвовать в акции с техникой, то есть копить ОРИ рубли. Автоматически вы участвуете в акции «Лови момент», «Марафон рекрутинга». Если вы включите всю команду в этот процесс, и вы, новичок, который в прошлом каталоге присоединились, участвуете в конференции менеджеров, квалификации, и закрываете новое звание, получаете дополнительно 50 тысяч рублей за каждое звание. Ну и, конечно же, делая заказы, балуя себя, копите медали и потом меняйте их на классную продукцию. Ребят, вот все, да, вот такая консистенция всех акций, которые сейчас есть на данный момент. А еще параллельно реактивируйте уснушек, поднимайте товарооборот всей команды. То есть, знаете, как говорится, приглашая новых, не забывайте про старых. Про тех людей, которые уже есть в команде. Они уже есть, они уже выбрали вас по какой-то причине, но почему-то не продолжили. Помогите им проснуться, вдохновите их, замотивируйте, покажите всю информацию, которая им грозит. Да, еще здесь банкет у нас параллельно идет. То есть все вместе в совокупности даст вот такой крутой результат. Как вам информация, ребят? Все уложилось по полочкам? Все ли понятно, что и как будет происходить? Дайте обратную связь. Что вам, вот, например, какая акция вас больше всего вот так вот цепляет? Супер, я согласна, супер. Я вчера полдня собирала все в кучу, все эти слайды, и у меня этот масштаб просто распирает. Такого еще не было, никогда не было. Дайте, пожалуйста, обратную связь. Какая акция вам больше всего вот вас вштыривает? Пока вы пишете, я вам хочу сказать, что вот в марафоне рекрутинга нужно участвовать всем. Потому что когда вы работаете сами по себе, оно как-то, ну, не очень мотивирует. Когда вы видите, да, в чате будем писать каждый день отчеты, будет список меняться, рейтинги, баллы, вот эти, все будет очень, да, динамично идти. Когда вы в команде, делайте намного азартнее.
Не для всех, конечно. Знаешь, что некоторых людей это не мотивирует. Но основная масса людей очень круто мотивируется именно, когда идет в коллективе работа. Так, Ори, рубли, сумки. Да, мне тоже нравится. Наташа, а дополнительно 50 тысяч за каждое новое звание? А еще здесь по закрытию звания вы получите автомобиль на выбор. Шкоду Рапид или Киа? Айфон, ноутбук, телевизор. Техника, да, многих техника. Круто. Я тоже очень люблю технику. У нас три ноутбука в подарок от компании получены. Это да, крутые подарки такие. У нас вся бытовая техника на кухне только получена из Oriflame. Подарок. Вот теперь йогуртница прибавится и что-то еще, пока не знаю что. То есть вся бытовая техника, ребят. Сколько телефонов, сколько... Даже есть пылесос от компании, и автомобильный, и домашний, и блендеры, и миксер. Сейчас как начну перечислять. Чайник, орешница, бутербродница. Миша, помогай. Как это называется, который поджаривает хлебцы. То есть все абсолютно. Да, технику мы не покупаем. Зачем ее покупать, если дарят здесь? Рекрутировать, рекрутировать, рекрутировать. Ребят, на сегодня вот это все новости. Сейчас что вам нужно сделать? Если есть сильная мотивация, то нужно наладить рекрутинг. Просто, да, налаживать рекрутинг, чтобы каждый день у вас шел поток людей в команду. Потому что из потока будут разные люди. Будут те, которые придут на акцию, те, которые придут на скидку, те, которые придут за дополнительным доходом, придут бизнес-партнеры. Только успевай, да, вот с каждым работой, разъясняя и так далее, и так далее. Если нужна помощь, обращайтесь. Мы работаем 24 часа в сутки, готовы с каждым поработать, помочь составить индивидуальный план. Ваша задача только включиться на 100%. Все, вопросы есть? Кому нужна помощь, вопросы, пишите в чате. Все разъясним, поможем. Сегодня у нас из активности будет вечером в 19 часов по Москве бурный банкет поздравительный по итогам 13-го каталога. Приходите сами, пригласите своих друзей. Пусть послушают, посмотрят, увидят, что реально сейчас идет мощный активный рост. И надо включаться. Надо сейчас. Если не сейчас, то когда? Если не ты, то кто? Если не мы, то с кем?